have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Всем привет! Пойдем мы сегодня с вами в лодочки, с нами Цудзема, с нами Котяра, и будут нам хвастаться хорошими, красивыми кораблями, и как их можно использовать в поисках сокровищ. Поехали, ребят, рассказывайте, показывайте, и дайте мне шезлонги, я сяду, расслаблюсь, а то что-то еще работать, пока вы тут, да ну нафиг. Так, корабль мой, вот, проходи. Да, корабль у нас полностью гостевой. Не мы его строили, поэтому... Так, куда пойдешь? Наверх, вниз? А, куда там песню заводить, куда сказку говорить? Вниз попробуй провалиться. Тут у нас сундучки, стульчики, а под нами тоненький пол. А что это за вот эта фигня? Сейчас. Это щиты. А, оу, щит. Говорит, где деньги? К деньги? Ну. Тебя, по-моему, унесет через три стены, если ты из этого выстрелишь. Давай проверим. А если включить ПВП-мод с этим, то вообще хорошо будет. Деньги, кстати, там в ящике. Где деньги, Липовски? Я реально улетел за 500 метров. Так, ладно. Я думаю, что безопаснее на этом корабле будет все-таки сверху, учитывая, что пол состоит из одного... Это... А, нет, не надо, не проваливайся. Понимаешь, я это строил еще до крокодиликов, поэтому... Не надо оправдываться, мы просто смотрим на искусство кораблестроения. Реально из одного слоя состоит. А где кот? Поднимайся, пушечник. Мне точно вверх. Нет, на самом деле решай, но мне кажется, что тут три сидения, это будет самое то. Поехали, ребят, нам сегодня нужно успеть посмотреть на парочку кораблей, поэтому в путь. Тесно. Тесто. Широкоплечий кот. Мы заняли офигенное центральное место. Сейчас будет все хорошо. Я настолько много бегал, потому что у меня прокачались ноги. Так, мне вообще вниз надо. Куда тебе? Я вниз спустился, но щиты надо врубить. А, хорошо, хорошо. Я взял кнопку для этого. Не знаю. О, вы смешные. Ух ты. Конфеты вот ешь. Ух ты! Ага. И чё конфеты? Ну круто, у нас теперь есть конфеты. Так, почему мы остановились? Ну, нет, мы пролагали, мы не остановились. Так, щиты всегда пролагивают. Да вроде бы и... А, это особенность режима? Да, щиты всегда пролагивают. Ладно. У всех, кроме меня, у всех, кроме того, кто их включил. А, моя понимать. А, слушай, а они на урон или на время? Щиты, щиты да. На урон. О, хорошо. Только смотри, в прошлом видео уже был корабль кота. Да, все верно. Смотри, у него было много маленьких щитов. У меня один большой. Вот. Да. Хорошо, ценим преимущество, я не против. Милочку, может быть, нам следовало бы подождать какой-то опасной зоны, потому что там, помнишь, где-то было, то ли пушки стреляли, то ли что-то. Зачем? Чего говоришь? Блин. А. Nice. Это были все или это был один? Это был похоже один. Ничего себе. Это как так получилось? Тогда нормально. Если у нас три щита, то можно, например, там какой-нибудь второй, третий приберечь для реально опасной зоны. Только смотри, чтобы тебя там не сожрало внизу, пока ты сидишь, а то днищем сейчас хорошо пройдемся. Видишь ли, крокодильчики будут? А нет, у нас нет крокодильчиков на карте. Я не все еще карты знаю, потому что для меня вот эта вот обнова с картой, она новая. Ну, то есть, я первый раз увидел, когда мы прошлое видео снимали. До этого я играл, вот этого всего не было. Тут бабочки летают. Тут водит неизвестная мне карта. А? Тут водит неизвестная мне карта. Какая? Там какая-то звездочка такая. Да, кстати, может быть, шпора или шериф. Почему? Выглядит как ковбойская. Да, слушайте, я тоже не... Я, наверное, ее видел, но просто не помню, что это означает. Сейчас там напихает полный рот мороженого тут. Нет, мы их обманули. Обвели вокруг пальца. Ха-ха! И рожок мороженого. Блин, а чупа-чупсы твердые. Мне сейчас больно прям стало, когда чупа-чупсы об наш борт обломился.
Хорошо, то, что это... Хорошо, обломился. Да. Ну, если я правильно помню, самые жесткие как раз последние и предпоследние, да? Последние там вообще просто это море камней, так, ой, блин. Не знаю, до обнов всяких я на этом корабле спокойно до конца доплывал. Ну, как? Не трогайте гарпуны, помните, что было в прошлый раз? Да, помню, я их, кстати, сейчас нечаянно использовал. Они вообще, они не втыкиваются. Ну и они хорошо. Они просто находятся не в времени. Ну и хорошо. Они везде, он одновременно. Гипергарпун. Это больше как якорь похоже, да, такой? Якорь, который нас не останавливает. Нас ничто не остановит. Грибы. Раз уж мы на пафосе. Да. Прозвучало странно. Да. Про грибы или про что? Ну, я с такой радостью сказал грибы. Уху, грибы! Как в той поговорке, один тебя накормит, другой кино покажет. Я не вижу ничего веселого в грибах. Чё орешь? Я не вижу ничего веселого в грибах. Они какие-то плохие. Это нормальные. Нет, смотри, грибы это изнанка жизни, потому что пока мы живы, мы едим грибы. Потом, когда мы умираем, грибы едят нас. А ты смотри на борт левый. Что-то мне это не нравится. Я никогда не видел это. Рыба! А, рыба! Это вот рыба? Нас и развернуло другим боком, все норм. Блин, это вентиляция просто, забей, все нормально. Это когда ты приносишь компьютер в починку, говоришь, что у тебя перегрев, а тебе мастер просто перфоратором делает еще 35 дырочек в корпусе. И такой, ну все, не будет больше перегрева, нормально. Блин, крышу нам так хорошо подъедает. Такое ощущение, будто было бы гораздо лучше, если бы мы были внизу. Нет, в данном случае я, наверное, немножко не согласен. Нам осталось сколько? Три карты. Хорошо, поехали. Ну, мне кажется, доплывем. Если мы не перевернемся, то последняя карта сожрет нам низ полностью. Нет, как она нам низ сожрет? Она нам максимум сожрет нос или еще что-нибудь, но низ весь она нам не сожрет. Ой, мед. Да ё-моё. И глянь, сколько там. Раз, два, три. О-о-о. Удачненько. Как замечательно. Вы наверх посмотрите. Ой, на корабле без управления. Что? Нет, не смотри, снаружи. Слушайте, а вы не помните прочность мрамора? Просто мы сейчас именно его точим. Вроде бы 5. 5? Я это не знаю, ребят. Я, в принципе, прочностью материалов не заморачивался, потому что, я же говорю, я больше сюда по фану прихожу. У меня там что-то есть, и, например, когда кот что-то строит, я могу прийти, что-то подкинуть материальчиков, но чтобы я сам прям строил, ну это очень редко. Так, ну башня у нас из обсидиана, у него прочность как, если помню, 7 или 8. Чего там про низ говорили, да, останется? Неправильный мёд. Стоп, кот, ты свали оттуда! Кот, ты упал, кот! Я не могу встать! А зачем ты вниз пошел? Ребят, надо щит активировать. Отлично. Это он открылся-закрылся? Угу. Круто. Да, его уничтожили сразу. Кот, ты где? Я внизу. Почему? Почему нет? Логичный, просто как швейцарские часы. Нет! Вот сейчас вниз и уйдет, я же сказал. Да нет, нормально все будет. Да зачем? Ну хотя... А как мы теперь отцепимся? Ну, мы сейчас к потолку притянемся и как-нибудь отцепимся, наверное, а может и нет. Я сказал, если мы не перевернемся к последней карте, то точно выживем. Ну, я-то выживу. А вот вы... Тихо. Плывем. Может, еще раз прицепишь, а? Не-не-не-не-не, все, забейте, норм. Я могу. Я знаю, что ты могёшь, не надо. Может, не надо, а? Значит, всё уже поздно. Отцепи! Ну, я отцепил. А что уже фиг отцепишь? К черной материи прицепились. А, хорош. Нормально, погоди. Ну, А что мы не слышишь, что там спереди творится? Вот был, но его теперь нет. Ладно, может, я тоже умру.
Ну, теоретически наша башня может отвалиться, я это признаю, если... Погодите, я, конечно, вспомнил, у меня же есть смертельная пушка. Я могу разбить камни. Вот, простите, у вас ничто не взрывается, вот у меня что-то... А, это кот. Это кот взрывается. Да, я камеру посмотрел, посмотрю, там кот с пушкой на меня. Ну как, камера. Блин, а ты теперь даже не заберешься наверх, если захочешь. Все, ты там живешь теперь внизу. Да, у нас оказывается. Может, опять просто в самый конец заберемся на гарпуне. Ну, половину мы прошли, погоди. Не, не надо на гарпуне, мы сейчас по дну все процепим, и будет плохо. Но будет гораздо быстрее. Ну, хорошо, согласен. Этот корабль победный. То есть это не яхта беда, так что все нормально. Ну, раньше было. Раньше он справлялся лучше, сейчас стали жестче испытания, сейчас он похуже уже. Трое ученых на тазу поплыли по морю в грозу. Был бы подольше мой рассказ, вы попрочнее старый таз. Ай. Миночка, не было карты с минами, да? Нам повезло. Да, немножечко. Ну что ж, да. Господа пираты, мы с вами это сделали. Даже кот, обжегшись пару раз об кипяточек. Нормально все, я сейчас на пушке туда влечу. Нормально. Смотрите, смотрите. О, у меня, оказывается, ноги нет. А почему? Где ты ее оставил? Не знаю. Кресло, выпусти меня. Будь человеком. Нет. Ух ты, ничего себе, ты у меня материализовался наверху. Всю дорогу у тебя там не было. Изи. Я выиграл. Фух, ладно, первая каточка затащена. Вторая затащена 100%. Это... Хорошо, мы в принципе-то пришли не просто за баблом, а мы пришли еще и красивые кораблики посмотреть. Так что... Ну... Ай. А если съесть синюю конфетку, то там можно закрыться. Итак. Сейчас. Второй. Меня партнет. Одну зеленую соплю дали? Не значит. Так, не ставь ничего, кот, или что ты делаешь. Ладно. А, деньги, 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 деньги. Все остальное дребеди день. Три сундука дали. Круто. И ачивку дали. Еще два сундука каких-то других. Я же говорю, какую-то зеленую соплю дали. Это золото. Не, зеленая, зеленая, такая кубик зелененький. О, это золото. Да ладно, почему здесь победа? И, кстати, он очень прочный. Это очень прочно. Я тебя понял. Ну, золото же не должно быть полупрозрачным. Как это может быть золото? Погоди. Что это такое? Ну, вот так вот. Ну, поставь. Это золото. Я сейчас ищу. Один... Да. Вот есть это. Прочность? Да, это золото. Ёпарас, это... Что это такое? Понял? Что ты поставил? Давайте поиграем в шоу «Интуиция». Сейчас. Что это? Так, ладно. Давайте, может, второй корабль поставим? Бля, оно уходит под землю, нет, смотрите. Не надо ставить второй корабль. Нет. Это он и есть? Погоди. Погоди, я, кажется, понял, что это. Пройдемте. Вы всегда проходите в незнакомые порталы, да? Конечно. Ничего себе, хорош. Это субмарина. Нет, я упал. А, хиджи, ты пута субмарина. Я тоже упал. Ну, если что... Главное, это верхняя часть, ну, там, нижняя, верхняя. Короче, верхняя часть очень интересная. Она нужна для того, чтобы эта постройка, если мы плыли, она никуда не уплывала, а оставалась на месте. А еще это не субмарина, это дирижаба. Дирижаба? Так погодите. Цеппелин Ворс только вот вышли. Вот, это бомбы. Крутые сабли. Ага, а еще... Вот. У меня таких сабли нет. У нас нет того мода. Смотри, стой, иди сюда. Вот самое интересное находится вот в этих таймерах. Как вы думаете, что это? Что это за таймер? Таймер. Обычный такой таймер. Погоди, что за пульбочки? Погодите, к чему он... Так, два таймера нажать прикреплены нельзя? Кнопочка. Остальные таймеры прикреплены... Ладно, не томи, говори. Остальные таймеры кнопочкам прикреплены, чтобы мы летали.
туда-сюда. Это система, ну, управления? Да, правильно, это я сделал так, что там в рубке пилота нажимаешь одну кнопочку, и ты там двигатели сами. Погодите, включают. Мы можем это заюзать сейчас? Что? Ну вот эту штуку. Дайте да, мне... мы можем полететь. Давай, пойти. Это было бы крайне интересно. Идемте все в главную мощь. Ну, тут, как я говорил, я уже вдвоем играю, так что тут два сиденья. Я понимаю, можно... вкликните сюда просто третье сиденье, если есть возможность. Хорошо, сейчас. А ты будешь управлять дирижаблем? Не-не-не-не-не. Я вот тут пассажиром поеду. Хорошо, да. Что за... Значит, вот эти кнопочки не трогать, это подрыв бомб. Я, в принципе, ничего трогать не буду. Тут можно как-то... Слушай, я хотел третье лицо. Вот так вот. Ты знаешь, как вылететь отсюда? Нет. Дай ему управлять. Слушай, дайте мне просто третье... Я сейчас сам поставлю себе стульчик. Так, если я не ошибаюсь. Ладно. Так, мне бы желательно не кресло катапульту, сейчас я найду. Давай, я дам тебе кресло сейчас. Да, хорошо, поставь мне кресло, потому что пока я найду ее, мы все состаримся. Так. Где тут мое удобное кресло? Ну, есть. Отлично. Трон. Сейчас, ребят, секунду. Ладно, давайте на трон, фиг с вами. Если я пролезу туда. А вы его поставили так, чтобы на него не сесть? А, не, нормально. Я вообще случайно бомбы сбросил, вообще на все кнопки побегал, я не знаю, что я сделал. Поехали, запускаемся. Да, запускайтесь. Короче, рычаг слева включает двигатель. Да, погнали. Ну, проголосуйте еще кто-нибудь за запуск. А где он? Вы... Вот, я проголосовал. Да. Вот, слева кнопка. Так, да, все, мы стоим. Все плывет, мы стоим. Тыкаем на кнопку? Ты хочешь сказать, что мы всю карту проплывем под водой? Нет, теперь нажимаем на рычажок. Вверх. Нет! Вверх, пожалуйста, желательно, не вниз. Все под контролем. Да я бы не сильно тоже сказал, что это хорошая система. Просто мы не сильно то, что много монеток получим, но оригинально. А, минуточку, нет, как у нас понимаешь. Там получаются монетки по... Ты не понимаешь всю гениальность этой идеи. Мы можем где-то черпануть немножко по воде, чтобы нас засчиталась зона? Мы всегда так будем делать. Все, мы как бы вот выплыли и... Ну и все, можно тут. На самом деле, я сначала отдельно строил дирижабль, а потом что-то захотел подземную базу с ним. Подземная база с чертовым дирижаблем. Ну давайте это, ну, вот так вот. Я хочу узнать, что делать каждый кнопочку. Остановите мое офигевание немножечко, пожалуйста. Я буду тыкать на красные кнопки. Нет, не надо тыкать на красные кнопки, это бомбы. Это бомбы. Бомбы это плохо. Это очень-очень плохо. Я бомбу сбросил. Нет оружия. Я случайно бомбы сбросил, я на кнопку тыкнул. Ну, отлично. Минуточку, а двигатель у нас получается бесконечный или что? Нет, я же говорю, тот таймер нужен... Простите, я хотел тыкать на кнопки. Я буду тыкать красные кнопки. Ой, извините, я не буду тыкать на кнопки. Мы же не взлетим? Не взлетим, нормально. Я случайно. Ты случайно сделал так, что мы теперь пролетим меньше, чем могли бы. А нам не хватит до конца, да? Ну, мы один двигатель утеряли. Случайно сломали из-за меня. Молодец. Мохнатые лапки. Ну, я не знаю. О, погодите, прецели, бейсбол. Этого, по-моему, я не видел такого. Ой, это круто. Нет двигателя, мы бы долетели до конца вот с одним, это большой вопрос. Можно я еще на кнопки тыкну? Нет. Нет, не надо ни на какие кнопки тыкать. Погодите, три карты осталось. Носки. Носки? Валенки? Я не знаю, что там будет. Сейчас посмотрим. Ё-моё. А мы можем тут пролететь? А мы можем, да. Но нет, что? Это стиралка. Надо пониже. Ой, если поиграть в эту видеоигру снизу на телевизоре, можно получить крутой ящик. Тут лодки на крыше, ничего? Факт. Ну так-то это река. На крыше? Нет, я имею в виду... Может, пикировать как-то будем, не? Да нет, я тыкаю на кнопку. Все. Тыкваю. Так, что эта кнопка делает?
Ну, окей. Кнопка. Получается, что долетели а даже... Ну, типа, просто получим меньше денег. Да ничего эти кнопки не делают. Что ж такое? Может, опять на этот рычаг, который есть. Ай. Получается... Что? Нет, ну, дирижабль — это офигенная идея. На самом деле, я бы, наверное, такого не... Ну, это нужно прям хорошо понимать механики игры, чтобы понять, как это работает. С другой стороны, огромное спасибо разрабам, что они не запрещают подобную фигню, потому что это просто весело. О, я тут такую хорошую пушку нашел, что если из нее выстрелить? Так, выпустите меня с этого трона. Она не стреляется. Все нормально, я тут. Круто, с возвращением. А, случилось непредвиденное, у меня наушники сели. Так, погоди, это заставляет немножечко задаться вопросами. Клавиатура, наушники. А ты сам не на батарейках случайно? Нет, наушники у меня как раз не на батарейках. Это киборги, которые заполонили планету. Ну что ж, сокровища наши. Что? Да, слушаю. Не-не-не, просто. Ну что ж, отлично. Получается, мы посмотрели оба твоих шедевра. Ну да. Вот, тогда мы сейчас заберем денежку и можно портнуться на старт. Ну, есть еще такой мини, такой сейчас. Ну, давай посмотрим. Я на самом деле не против, потому что интересные вещи, они всегда интересны. Как бы ну, такая небольшая постройка сейчас. А есть что-то еще очень крутое? Очень крутое, пока что нет, но вот есть такое вот... А кораблик, которому если убрать вот это вот. Похоже на печку, погоди. Давай сваримся. Так, опять начинается ты шоу что, интуиция. Сел в машину и сгорел, да? Давай лепить на эти сраные кнопки. Ну, это я тоже это строил достаточно давно. Не это. Открой дверь, я умею управлять. Это должно было быть кораблем, похожим на те, которые используются в высадке в Нормандии. А, да, я понял. Тогда тут не должно быть сзади крыши, если что. Ну, они же были с открытой крышей. Но тут был бронещит. Вот эта штука, она должна была, типа, уходить вниз. Ну, поэтому там и стоял клей, который кот успешно сломал. Или кто? Я. Видимо, да. Конечно, я понял. Я больше мотоцикл. Меня особо радует средневековое оружие на подобном судне, ну ладно. Вот, я кучу моторов еще поставил, так что будет круто. Не надо. Я не знаю, ребят, куча моторов. Кто сейчас настолько стар, что вспомнит игру Empire Earth, вот, где можно было развиваться от каменного века до нанотехнологии. Тот момент, когда ты не успел развить свою цивилизацию, и выбегают твои солдаты с мушкетами против пехоты с лазерными винтовками. Слушай, ты, ЗЗМ, а можешь мне дать разрешение на постройку? Ну, то есть, к тому, чтобы твои вещи удалять, всякое такое. А, сейчас. Ладно. Ты должен... Нет, стоп, у нас... Да, ты должен начать голосование за это. Кто-то уже проголосовал за лаунч? Да, кто-то. Это не я, кстати, это кот, походу. Это я. Я конечно понял. Же. Смотри, я просто, вот, что... заходишь в настройки и блок Join Request кидаешь. Ну, просто нажимаешь он, и он всем в теме кидается. Ясно. Народ, я про то, что третий кораблик мы посмотрели. Наверное, плыть мы уже на нем не будем, с вашего позволения, потому что он прикольный, он красивый, но мы два раза сегодня уже плавали. Думаю, да, на этом тогда будем серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Пока.